сегодня праздник столетия гимназии. Что ты хочешь пожелать своей школе? Чтобы она очень долго цвела, расцветала, в ней были только одни отличники, и чтобы она была самой лучшей гимназией во всей Белоруссии. Чтобы она еще 100 лет была. И все было хорошо. Долгой жизни хороших учеников. Здоровья учителям и нервов покрепче. Чтобы тут были только хорошие ученики, и все потом становились очень хорошими людьми в жизни. Сегодня я с большим удовольствием совершил экскурсию по школе, благодаря усилиям директора школы Константина Леонидовича. Школе, конечно, хотел сказать большое спасибо за ту базу, которую они дали мне персонально и всем тем, с кем я учился тогда. Вот эта дверь, последний класс, в котором я учился, в котором я заканчивал школу. Могу сказать, что в нашем классе вот было, если не ошибаюсь, 6 медалистов в одном классе. Из 36 учеников 32 поступили в высшее учебное заведение. Это говорит о качестве подготовки. Планы на следующее столетие простые. Учить детей, делать это качественно, профессионально, с энтузиазмом, ярко и быть лучшими в Республике Беларусь, а также ее окрестностях. Находимся в филармонии, где отбывается 4-й Венский баль у Витебску. Гэтая сустрэча, ну, прыватнасці гэты баль прысвечаны стагоддзю гімназіі, які мы адзначаем у 2018 годзе. За новостями на портале городвитебск.бай.